Сюжеты футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это продолжение нашей карьеры за игрока. Всех поздравляю с наступившим 2021 годом, желаю вам счастья, здоровья, ну и главное, это, естественно, это здоровье вашим родным и близким, ну и также успехов во всех ваших начинаниях в новом году. Итак, перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск «Правдивый пенальти», обязательно посмотрите, ссылочка на него есть в описании под этим роликом. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, мне будет очень приятно увидеть вас под этим роликом. Ну а мы продолжаем. Итак, сегодня у нас концовка. Уже даже сбился со счета, какого сезона. Мы сегодня завершаем с вами вообще нашу эпопею в чемпионате Франции, потому что я принял решение, ну не сегодня уж точно, а в следующем, скорее всего, выпуске мы уйдем из ПСЖ. Посмотрим, какие нам клубы будут предлагать перейти к ним, если никакие, то я сам лично отправлю, потому что, ну, больше 2 лет уже в ПСЖ делать нам абсолютно нечего, мы чемпионы страны, теперь вот будем вроде как играть в финале Кубка Франции и сейчас еще и в четвертьфинале, если я не ошибаюсь, Лиги Чемпионов мы находимся. Да, четвертьфинал. Поэтому все, давайте пропустим матчи сборной России. Я бы сейчас глянул на самом деле, можно ли, да, можно здесь статистику посмотреть. 27,5 мы увидели, 27 забитых мячей, 5 голевых. 4-2 мы победили Уругвай. Мы забили дубль, и это очень даже приятно. Пропускаем очередной матч, здесь у нас Сенегал, они нас вынесли со счетом 2-0. Но, а мы заканчиваем вот этот вот именно сбор с 2 забитыми мячами в 2 матчах. Ну что же, а вот она и Лига Чемпионов. ПСЖ против Ливерпуля, точнее Ливерпуль против ПСЖ, показывает нам Милнера против Криштиану Роналду. Ну что же, мы сегодня действительно заряжены. У них Хендерсон капитан, Черников. Какой-то у них есть Черников. В центре полузащиты Черников, как мы видим, Мане, Жуниор Мораес, Салах 80-го рейтинга. Эдерсон на позиции вратаря, Робертсон, Трент, это понятно, Гомес и Блинд. То есть Блинд даже из Аякса перешел в Ливерпуль. Ван Дайк 84-й, у них Госсенс есть, Кейта, Вейналдум, но у нас вот такой интересный состав. Облак, слава богу, выходит на воротах. Губи какой-то слева будет играть, Фабиньо вообще правого защитника. Кулусевский справа, Драксер, Мэдисон ужасные рейтинги, прям почему бы не Камавингу выпустить, ну да ладно. Ливерпуль, ПСЖ, поехали. Итак, замечательный стадион Энфилд, Ливерпуль против ПСЖ, первый матч, четвертьфинал Лиги Чемпионов, в прошлом году мы вроде вылетели в 1/8 от Манчестер Юнайтеда, но снова вот нам английский клуб попадается. Могли бы мы вылетать и в этом году в 1/8 от Галатасарая, но нам просто вот повезло. И нас заменили на 69-й аж минуте, вместо меня, скорее всего, там Икарди вышел, да. Ну и все, заканчивается у нас первый матч на выезде против Ливерпуля, 0-0. Просто доминация была сейчас Ливерпуля полностью, даже меня что-то так рано прямо заменили. Ни одного удара в створ, так вы видите. И Облак, естественно, получает оценку 7-0. Итак, в параллельных матчах Ювентус сыграл в ничью с Челси, Реал обыграл дома ЦСКА со счетом 2-0, и Тоттенхэм сыграл в ничью с Манчестер Сити 1-1. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Гингама, они идут ниже 10-й строчки, глянем на их голкипера, и 69-й Адамов, кстати, поэтому постараемся сегодня забить, ПСЖ Гингам, поехали. Итак, ПСЖ против Гингама, очередной матч у нас чемпионата Франции, поехали. И все, заканчивается у нас матч, снова ничья со счетом 0-0, у Донарума оценка 7-0, и у нас лидерство в 4 очка. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Ливерпуля, ответная в Лиге Чемпионов, теперь у них вон Алисон на воротах, Ван Дайк, ну в центре полузащиты вообще у них такое себе, они даже Мане убрали и Салаха. Вот, поэтому вот таким составом мы выходим. ПСЖ против Ливерпуля. Поехали. Итак, ПСЖ против Ливерпуля. Парк де Пренс. Ответная игра. Нам ни в коем случае нельзя сегодня пропускать. Потому что вряд ли мы сможем такому Ливерпулю забить 2 мяча дома. Неплохо. Шикарно. Неймар отдал на нас передачу. Мы забиваем. Это 1-0. Мы забиваем в четвертьфинале Ливерпулю. Отлично. Шикарно здесь Неймар отыграл, мы забили, просто супер. И теперь вот лишь бы не пропустить от Ливерпуля. Если пропустим, придется нам снова забивать.
Но какой все-таки момент здесь Камавинга на нас? Я на Неймара, он, ну это в стеночку мы прям отыграли, здесь отцепился третий номер от меня, и замечательно, с подкруточки я забиваю. И все, друзья, финальный свисток, минимальная победа ПСЖ над Ливерпулем дома, благодаря нашему единственному забитому мячу, мы выходим в полуфинал Лиги Чемпионов вместе с ПСЖ. Впервые у нас такое, естественно. Абсолютно такая же ситуация, как и у Ливерпуля, так и у нас на выезде. Ни одного удара не смогли они нанести. 7,5 у меня оценка. Я лучший игрок этого четвертьфинала. ПСЖ проходит дальше. Дальше проходит Челси по гостевому голу. Дальше проходит Мадридский Реал. Они 6-1 вынесли ЦСКА. И в дополнительное время Сити все-таки вынесли Тоттенхэм. Поэтому вот такие дела. У нас есть возможность сыграть против английских клубов, ну и против мадридского Реала. Против них я вроде еще, ну вот, против Сити не играл, против Сити я играл за Зенит как раз. Это был четвертьфинал Лиги Чемпионов. Против Челси я не играл, и против мадридского Реала я тоже вот не играл. 33-й гол мой в сезоне, 157-й в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Тулузы. Шестая строчка играет против нас. Посмотрим, кто у них на воротах. 63-й рейтинг. Ну, а у нас боевой прям состав. Тулуза против ПСЖ. Поехали. Итак, Тулуза против ПСЖ. Выездная наша игра. Мы стали полуфиналистами Лиги Чемпионов. С чем я вас и поздравляю. Не посмотрел, да, кто наш соперник по полуфиналу. Но от этого еще более интересна интрига. После этого матча мы обязательно глянем. И в дальний угол отлично. 1-0. 10-я минута. В прошлом матче у меня в чемпионате Франции такой удар вот не прошел. Зато сейчас отлично. Забиваем Тулузе на выезде. Так, неплохо. На ложном убрали. И практически такой же гол мы забиваем. Дубль ворота Тулузы. 28-я минута. Отлично. И все, заканчивается матч. Уверенная выездная победа. Мой дубль нам приносит очередные 3 очка в чемпионате Франции. Оценка у меня 7,5 за матч. И лидерство у нас все так же в 4 очка. Забил я 35-й гол в сезоне, 159-й гол в карьере. Ну что ж, сейчас у нас домашняя игра против Анже. Они идут на 10-й строчке. У них 82-й рейтинг у голкипера. Неплохо. ПСЖ против Анже. Поехали. Итак, ПСЖ против Анже. Наш домашний стадион. И сегодня нам нужно снова побеждать, чтобы заранее становиться чемпионами Франции. И все, заканчивается матч со счетом 0-0. Мы расходимся вместе с Анже ничейным результатом. Итак, ну а мы за этот матч получаем оценку 7-0. И у нас лидерство пока что над Лилем в 2 очка. Итак, а сейчас у нас Лига Чемпионов, полуфинал ПСЖ против Манчестер Сити. Лично я, как игрок, естественно, встречался уже с Манчестер Сити в качестве игрока Зенита в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Тогда мы, к сожалению, проиграли. Я даже сейчас не вспомню. Со счетом 2-1 мы вроде проиграли. Вот. Но я также отдавал голевую на как раз стадионе Манчестер Сити Этихаде. Итак, вот такой вот у нас состав. У них голкипер 77-й, потому что они Эдерсона продали вроде как. Вот, в Ливерпуль как раз. Поэтому ПСЖ Манчестер Сити. Первый полуфинал Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, наш домашний стадион. ПСЖ против Манчестер Сити. Полуфинал Лиги Чемпионов. Давно мы сюда не заходили. Как раз около года тому назад. Вот. Последний раз мы до сюда добирались вместе как раз с Криштиану Роналдо за Ювентус, когда еще играли, потому что мы двукратные обладатели вот Лиги Чемпионов. И все, заканчивается матч со счетом 0-0, нам это в плюс, Сити не смогли нам забить в гостях, будучи, поэтому у нас есть все шансы, чтобы забить на Этихаде, но по статистике практически игра была равная. Оба 7-0 оценку получает. Также и мадридский Реал с Челси сыграли в ничью в первом же матче на Сантьяго Бернабео. Так, ну а у нас сейчас игра против Рена. Они идут ниже 10 строчки. У нас выездная игра. Глянем на их голкипера, 73-й рейтинг. Ну и постараемся сегодня победить и стать чемпионами. Поехали. Итак, Рен против ПСЖ. Интересная игра чемпионата Франции. Поехали. Неплохо на Кулусевский здесь заброс прям прошел. И мы забиваем все-таки. Кулусевский отдает у нас голевую передачу, 8-я минута, и это 1-0. Мы выходим вперед. И все, минимальная победа ПСЖ над Реном.
Благодаря моему единственному забитому мячу мы побеждаем. 3 очка в нашей копилке. 7,5 оценку я получаю. Все так же у нас 2 очка лидерства над Лилем. 36-й мой гол в сезоне, 160-й гол в карьере. Ну что ж, сейчас у нас выездная игра против Манчестер Сити. Надо постараться, естественно, им забить. Они гулачи решили выпустить Гвардиола на поле. 78-й у него рейтинг. Ну что же, мы заряжены. Поехали. Итак, Этихад Стадиум, Манчестер Сити против ПСЖ. Играли мы уже на этом стадионе. Напомню вам, отдали здесь голевую передачу на Артема Дзюбу и победили даже 1-0. Но все равно это нам не помогло. Мы вроде 2-0 на Газпром-арене все равно вылетели. Проиграли Манчестер Сити в первом же матче. И все, заканчивается у нас матч снова в ничью со счетом 0-0. Теперь у нас дополнительное время. Ну что же, заканчивается и дополнительное время в ничью 0-0. И теперь будет, друзья, ну действительно мега обидно, если мы проиграем в серии пенальти. Вот так вот выглядит. Мы бьем третьими, у нас кстати пенальти 99. Ну что же, все достали свои мобильные устройства, чтобы запечатлеть этот момент. Таарабт первый будет пробивать против Яна Облака. Тишина на трибунах. И развел. 1-0. Манчестер Сити выходит вперед. Вот это действительно прям борьба сейчас за выход в финал. Криштиану Роналду. Ну, практически достал Гулачи. Но Криштиану Роналду все-таки все равно забивает. Так, к мячу подходит Винисиус Джуниор. Облак потащил. Отлично. Сити не забивает с пенальти. К мячу подходит Гаррет Бейл. Недавно он только вышел на поле. Удары прямо без шансов. Под перекладину. Мощно. Кун Агуэро против Яна Облака. Пока что 2-1. 100% у нас реализация. Надеюсь, у меня получится тоже забить. Аргентинец спокойно пробивает. Ну и теперь мне нужно выводить вперед ПСЖ. Третий удар. Мы подходим. Давайте, я не знаю. Ну, в девятку пробьем. Что здесь нам еще остается? Отлично, развели Гулачи по сторонам. И пока что ПСЖ забивает 3 из 3. Де Брюйне с капитанской повязкой подходит к пробитию. И отлично, Ян Облак потащил. И теперь последний удар. Все будет решать Камавинга на молодого паренька. Ну, сейчас-то он уже точно не молодой у нас в сейве. Большой груз ответственности, удар, и это гол. ПСЖ выходит в финал Лиги Чемпионов в серии пенальти, очень напряженный. Камавинга забивает в девятку. Ну, у нас все замечательно. 4 пенальти забили. 2 Облак потащил. И все замечательно. Шикарную действительно серию пенальти мы показали. 100% у нас реализация по серии пенальти. И у меня еще оценка 7,0. Ну что же, а в противоположном матче Мадридский Реал выходит в финал. Вот, по гостевому голу они забили 2 мяча на Стэмфорд Бридж. Поэтому против Мадридского Реала мы будем играть в финале Лиги Чемпионов. Ну что ж, сейчас у нас матч в чемпионате. Мы вроде как, если победим сегодня, а Лиль проиграет, то вроде как можем даже стать чемпионами в этой игре. ПСЖ против Монако. У них голкипер 75-го рейтинга, неплохо. Мы заряжены, поехали. ПСЖ против Монако. Предпоследний тур чемпионата Франции. ПСЖ за долгое свое время наконец-то вышел в финал. Последний вроде как для них финал это был как раз вот с Баварией в 2020 году. Но мы постараемся все-таки что-то из себя показать. Играем против Мадридского Реала, серьезная команда. Вот, ну и по серии пенальти мы замечательно обыграли Манчестер Сити и вышли в заслуженный финал Лиги Чемпионов. В прошлом году не получилось. Вылетели на стадии 1-8. Зато теперь с двумя разными командами, как вы видите, я дохожу до финала Лиги Чемпионов. Итак, произошла замена. Вместо меня вышел Мауро Икарди на 72-й минуте. Итак, ПСЖ играет в ничью против Монако. У нас еще вроде ничего не ясно. Но из-за того, что мы сейчас играли в ничью, вроде как Лиль может с нами сравняться по очкам, если они сейчас победили. Камавинга 7,0 оценку получает.
Лиль побеждает как раз, и они нас обгоняют. Они нас обгоняют по разнице мячей, поэтому мы сейчас, ребят, реально можем просрать чемпионство во Франции. Вот это вот обидно. Ну что ж, сейчас у нас финал Кубка Франции. Хотя бы этот трофей мы можем в чемпионате Франции захватить с собой еще. Ну что же, у них Олсен на вратарской позиции, 74 рейтинг. Поехали. Итак, Марсель против ПСЖ. Финал Кубка Франции. Поехали. Итак, снова у нас дополнительное время. Правда, теперь уже в финале Кубка Франции. Итак, неплохо. Кулусевский. Удар, это гол. Это Кулусевский или кто? Это вообще не Кулусевский. Это Икарди. Икарди. 117-я минута. Забивает. Поучаствовали мы в этой атаке. На Неймарчика дали предголевая передача. И все. Финальный свисток. ПСЖ выигрывает Кубок Франции. Для нас это первый Кубок Франции. Вот. И мы еще, друзья, с вами с капитанской повязкой. Поэтому сейчас мы даже этот трофей сможем поднять. Ну и вообще нам просто повезло. То, что вот мы выиграли этот трофей. Вот. Икарди так аккуратненько вышел на поле. Забил вместо Роналду даже вроде. Для нас это все равно плюс. Очередной для нас трофей во Франции. Теперь вот осталось лишь бы не потерять чемпионство и выиграть наконец-то Лигу Чемпионов за ПСЖ. Ну что ж, сейчас у нас остается два матча, потому что, мне кажется, я вот этот матч против Аякса не буду отыгрывать. ПСЖ против Ленца. Ну и сейчас нам остается действительно только лишь бы побеждать и надеяться на то, что Лиль потеряет очки. В общем, нельзя нам сделать так, чтобы Лиль победил. Поехали. Итак, ПСЖ против Ленца. Мы заряжены. Последняя игра в чемпионате Франции для нас вообще, потому что я вроде как не собираюсь возвращаться в этот чемпионат. Мы будем уходить из ПСЖ. Поэтому надо с достоинством действительно закончить этот сезон. И все, друзья, Криштиану Роналду вот так вот уселся возле штанги, а это значит, мы не стали чемпионами. Скорее всего, Лили там либо победили, либо они проиграли. О, либо победили, либо в ничью, да, но они Анже победили. И мы на второй строчке, и у нас теперь в нашей копилке серебряные медали еще чемпионата Франции. Обидно, конечно, обидно. Могли становиться чемпионами, но вот опять вот эти ничьи, мы попали в сборную сезона вместе с Криштиану Роналдо. Итак, сейчас у нас финал Лиги Чемпионов. В прошлом году мы не играли в финале, к сожалению, теперь играем еще и против Мадридского Реала. У них Лунев на воротах, кстати, вот это вот неожиданно. Бывший зенитовец. Ну что же, постараемся сегодня мы выиграть. Реал против ПСЖ. Поехали. Итак, мы на стадионе в Шотландии, Иброкс Стадиум, домашний стадион Рейнджерса. Ну что же, Реал против ПСЖ. Поехали. И все, заканчивается у нас основное время. Снова сейчас у ПСЖ в Лиге Чемпионов. Они играют уже второй матч в дополнительное время. Поэтому, да, нас еще и заменили. То есть мы никак не повлияем на дальнейшую судьбу ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. Замечательно. И все, друзья, финальный свисток. И счет 0-0. Снова. Снова ПСЖ этот счет в Лиге Чемпионов и серия пенальти. Нас, к сожалению, на нее не взяли. Но вот такие вот исполнители на ваших экранах. Жесть, конечно, здесь видно, что очень плохо подготовлены почему-то наши игроки. Но, надеюсь, у нас получится победить. Итак, Реал Мадрид против ПСЖ. Это Назар против Яна Облака. Но забивает Азар. Напомню, мы со счетом каким-то 4-2 выиграли серию пенальти у Сити в полуфинале. Молодой игрок Аке, нападающий против Андрея Лунева. Потащил Лунев, потащил. Андрей Лунев сейчас может, блин, стать обладателем Лиги Чемпионов, отразив удары там в финале. Итак, Одегар. Отлично, Облак. Сохраняет пока что неприкосновенность, да, хоть и пропустил от Азара, но сейчас вот Кулусевский может сравнять счет. Очень важный момент. И стащит снова Лунев. Вы серьезно? Сейчас Лунев что творит-то вообще? Йович подходит бить. Но мы все верим в Яна Облака. По центру Ян Облак не пропускает два подряд. Сейчас нужно наконец-то все-таки уже забивать. К мячу подходит Гаррет Бейл. Он уверенно забил ворота Манчестер Сити. Может быть и сейчас.
Нет, три подряд тащит Андрей Лунев. Что это вообще такое? Лука Модрич против Яна Облака. И в самую девятку. В самую девятку забивает легенда мадридского Реала. И сейчас все будет решаться. Камавинга, который забивал в ворота Сити решающий мяч, сейчас будет подбегать и пробивать. Внимание. Все. Лунев реально герой. Герой для Реала. Мы финалисты Лиги Чемпионов, но так и не выиграли. Вот. Поэтому в этом году мы всего лишь с одним кубком Франции. Как так можно было вообще отыграть? Все. Со счетом каким-то 3-0, нет, 2-0 мы проигрываем. И для нас ПСЖ, к сожалению, не получилось выиграть Лигу Чемпионов. Вот такие вот дела. 2 года мы уже не выигрываем Лигу Чемпионов с ПСЖ. Поэтому теперь точно мы уходим в другую команду. Вот. В какую, пока что вам не скажу. В следующем выпуске вы об этом обязательно узнаете. Так, сейчас у нас матчи за сборную России. 29 плюс 5 по забитым и пропущенным. Так, играем мы против Голландии. 29 плюс 5. Сыграли в ничью. Забили гол, причем голландцам. Но это хорошо. Но вот обидно. Всего лишь какой-то кубок Франции мы за этот сезон выиграли. Заняли вторую строчку в чемпионате и проиграли в финале по пенальти. Очень обидно на самом деле. Так, ну и последняя игра против Хорватии. Причем снова я забил. Снова я забил. Мы проиграли со счетом 3-1. Обидно. Что еще здесь можно сказать? А больше и нечего. Ну и сейчас состав сборной мира будет объявлен. Мы не будем играть с Аяксом, вот, которые стали обладателем Лиги Чемпионов, так понимаю, в прошлом сезоне. Вот. Я, естественно, не буду играть. Потому что, ну зачем, мы уже поиграли и за Ювентус вроде против вот этой команды сборной мира, и за сборную мира поиграли. Поэтому я не вижу смысла. Все, поэтому мы на этом заканчиваем. Обидно, конечно, заканчивать вот так сезон, когда могли мы выиграть требл, а тут два турнира таких, в которых мы прям были 100% уверены. Не смогли. Не смогли, к сожалению. Да, я вам как-то не сказал, то ли я это не на запись сделал, я поменял, да, сложность. Мы на Звезде Футбола теперь, то есть дальше идет легенда. Вот, но я пока что вот на Звезде Футбола думаю остаться. Потому что, ну зачем нам еще дальше идти, если мы на Звезде Футбола ничего выиграть практически не можем. Вот такие дела. Все, Аякс против World Selection, как-то так, да, называется наша команда. Мы пропускаем, естественно, матч. Аякс проигрывает 4-1. Вот. 98-й у меня рейтинг, кстати, появился. Замечательно. Итак, у нас уже здесь все написано. Перейти в следующий сезон. Но давайте мы все-таки базу данных глянем. Соревнования, сведения. В Лиге Чемпионов там глянем. Рейтинг голов. Мы, кстати, лучшие бомбардиры снова Лиги Чемпионов. У нас 8 забитых мячей. По голевым передачам. Здесь Трент Александр. У него 5. Вот. Быстренько в чемпионат Франции еще сейчас заглянем. Лучший бомбардир — это я, у меня 24 забитых мяча. И лучший ассистент — это Сомаре, у него 10, у меня, к сожалению, 8. Вот, не хватило. Так, ну и индивидуальный титул, естественно, посмотрим. Давид — игрок сезона, у меня золотая бутса только и все. Так что вот такие вот дела. Что еще здесь могу вам сказать? Да, Кубок Франции можно тоже посмотреть, почему бы и нет. Рейтинг голевых передач. Здесь Роналдо. По голам я не знаю, меня тут даже вроде и нету. Хотя нет, я на третьей строчке 2 мяча все-таки забил. Индивидуальные титулы. Я лучший игрок турнира. Вот, дали мне эту награду, спасибо. Ну и все, давайте мы глянем топовые прям чемпионаты. И на этом мы закончим. Так, Премьер-лига. Манчестер Юнайтед стали чемпионами. Здесь мы все замечательно глянули. Так, а кто там Лигу Европы выиграл? Мне просто вот интересно. Лигу Европы выиграл Лион, обыграв в финале Бенфигу 4-1. Так, мы идем дальше. В Италии у нас как там дела обстоят? Ювентус после нашего, кстати, ухода снова не выигрывают. 5 очков отставания до Интера. В чемпионате России у нас чемпионом стал ЦСКА, Зенит 6-я строчка, Локомотив 3-я, молодцы, заняли, и Химки на 16-й строчке. В чемпионате Испании Барселона 95 очков, молодцы,
каталонцы. Ну и в Бундеслигу мы сейчас заглянем. Здесь Айнтрахт Франкфурт 71 очко набрали. Неплохой, конечно, у них ход сейчас здесь. Вот, ну и все. Дальше, мне кажется, нет смысла никуда смотреть. Все, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск, в целом сезон. Всем спасибо, друзья, большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь, до новых встреч, друзья. Всем до свидания.